Тут мадагаскарцы ведут роды полным ходом. Это белая ползает, это не семечки полученные. Это ракашки лезут с мамашки. Но вот сейчас, если открою контейнер, она может испугаться и убежать. Вот она стоит, предварительно показываю. Из попы все лезет. Ну, вот она дорожала практически. Вот видите, открывается. Мы в одно отверстие, дети выходят. Ну, сейчас посмотрим, попробуем поближе. Вот она мамаша. Вот. Вот они дети. Свеженькие. И там еще вот это желтое, это отека. Вот эта желтая масса с другими вот таракашками, еще не выбравшимися из него, отека. То есть капсула, в которой вынашивались яйца внутриутробно. А потом они уже готовы, выводят. Вот, поздравлять пришли. Гляньте, мужчина поздравил, пошел дальше. Это самое. Вот они теперь будут расползаться, остатки вот эти съедят. Она уже дорожала, но сидит еще охреневшая. Да. Судя по усам, немножко матюкается. Угу. Ну, они сейчас будут потихоньку расползаться. Приходить в себя и за час потемнеют. Вот так у нее там все открывается, да. Такой вот кармашек. Вот, она уже выдала все, что смогла. Целую кучу. Они за один раз от 10, в принципе, до 50 могут выдать. Походу, просто уже приводит себя в порядок, потому что выдала все, что могла. Уже все снаружи. Да, просто еще охреневшая сидит. Да, вот надо, скажи, все теперь поправить. Угу, да. Ну, остальные пока вот тусят кто где. Да, у них сегодня был день кабачка. Так что занимаются, доедают. Подзасрались малеха, потому что им еще через сутки только уборка предстоит. Так что обстановка пока у них такая вот. Угу. Товарищи из других родов уже потемневшие ходят. Там у них есть постарше малявочки. То есть они все рождаются белыми, любые тараканы. Это нормальное явление. А потом уже будут приходить в более конкретную, так сказать, темную категорию. Там он шкурка валяется, они линяют часто, растут. Так что вот теперь увидели чуть больше в своей жизни свежерожденных товарищей. Да. Мадагаскарские тараканы, довольно крупные особи. Очень интересные. И как питомцы, как вообще, как кормовая база их многие содержат. Вот. Вот такая тема. Так что почему не на грунте они у меня? Ну, вот потому что так мне удобнее каждые 3 дня все это вычищать и протирать. Я уже много раз это показывала. Видео там есть в плейлисте. О, какая красота ползет. Сейчас покажу. Стоять. Матюкается, матюкается. Говорю, стоять. Они, дело в том, что колючие. Их просто так не возьмешь. У них лапки-коряпки. О, красотень. Мужчина какой. Ух. Гляньте. Они у меня тут разных вариаций. Да, вот этот вот такой светленький. О, уронили. Есть абсолютно черные. Есть средние варианты. Короче, всех перемешала. Все колонию в кучу. Да. Ага, решила она сама свою аутеку тоже пожать. А аутеку любят есть все. Вот они тянут эту вот гадню. Кому неприятно, не смотрите. Это нужное им в организме источник белка. Тараканов они младших не съедят, а вот аутеку доедят. Заодно освободят малышей, которые еще никак не отлипнут. И они спокойно смогут идти дальше. Как-то так.